Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем готовить маринованные шампиньоны. Берем килограмм шампиньонов и моем. Все, грибочки мы помыли под проточной водой. Вот они какие. Не чистим, просто помыли и все. Приготовили баночки, пастеризовали. Пастеризовали, ждут, остывают. Теперь, что нам нужно для маринада? Нам нужно стакан воды. Вот, стакан воды. 1/3 стакана уксуса, столовая ложка соли, вот, чайная ложка сахара, чайная ложка перца горошком душистого, 3-4 зубка чеснока я порезала на дольки, 2 лавровых листа, 2 душистых перчика и 2 гвоздички. Вот. Начинаем засыпать. Включаем огонь, выливаем воду. Выливаем воду, высыпаем соль, высыпаем сахар. Сейчас я включу огонь, перчик. Начинаем помешивать. Сейчас он дадут сок. Я ложу воды немного. Они дадут свой сок. Вот посмотрите, уже вот появился сок. Вот он. Вот он уже есть. Вот уже есть. Сок пускает. Грибы закипели. Добавили чеснок, добавили уксус. И варим 10 минут. Все, 10 минут прошло. Грибочки наши сварились. Посмотрите, какие они красивые. А пахнут аромат на всю кухню. И начинаем выкладывать их вот потихонечку черпачком в баночку. Обратите внимание, какие сейчас есть воронки. Покажу вам сейчас. Очень удобно для баночек. Вот такая вот, видите? Вот она. Очень удобно. У кого нет, приобретайте. Вот таким образом, посмотрите, черпачком. Благодаря этой воронке все хорошо, ничего не разливается. Вот баночка получилась. Красота, еще добавить нужно. Вот. Грибочки. Делайте со мной, готовьте со мной. Заходите на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания. Приятного аппетита. Грибы очень вкусные. Рекомендую. До свидания.